Яркий и незабываемый праздник для мам республики в одном заведении Черкесска устроило региональное отделение Союза женщин России. Было много на поздравлений, цветов и наград. Союз женщины в этот день пополнился новыми активистками, среди которых не только многодетные мамы, но и женщины, внесшие свой вклад в развитие не только нашей республики, но и страны. На торжестве побывала Белла Джазаева. Многодетные мамочки, домохозяйки, работницы сельского хозяйства, деятели искусства и культуры, педагоги, медицинские работники и даже эксперт Государственной Думы. Все эти представительницы прекрасного пола, которых теперь объединяет Союз женщин, каждая в своей сфере уникальна. Но главное, что их объединяет, это бесконечное служение выбранному делу и большой патриотизм. Иначе и не может быть. Ведь региональный союз женщин России в нашей республике возглавляет многодетная мама, одна из немногих женщин в России, возглавляющих, как говорили ранее, огромное хозяйство колхоз «Кубань», ныне сельхозартель Марина Барлакова. Марина Рамазановна – меценат и патриот. И вокруг себя она собрала именно таких женщин, неравнодушных ко всему происходящему. Хочется отметить, что в день празднования мам Марину Рамазановну отметили по заслугам. Ей вручили почетный знак «Трудовая доблесть России». Ну а сама организатор этого красивого праздника вручила собравшимся дамам благодарственные письма и значки о членстве в Союзе женщин. Провести это мероприятие нам помогло наше головное отделение Союза женщин России в лице Екатерины Филипповны Лаховой. Финансовую часть они взяли на себя. Вот. Также я благодарю всех женщин, которые сегодня собрались на это мероприятие. Каждая из них внесла свою лепту в организацию этого мероприятия. А в преддверии такого замечательного праздника хотелось бы от имени Карачаево-Черкесского регионального отделения Союза женщин и от себя лично поздравить всех женщин Карачаево-Черкесии, пожелать им всем крепкого здоровья, терпения, сил, мирного неба. На это празднество, которое, конечно, было приурочено ко Дню Матери, в этот раз приехали представители всех районных организаций Союза женщин. Помимо самого праздника, у собравшихся был и еще один весомый повод собраться. Дело в том, что с самого начала специальной операции на Украине активистки Союза женщин под руководством Марины Барлаковой участвуют в акции «Сердце матери». Они собрали и отправили не одну партию гуманитарной помощи нашим ребятам. Спасибо Союзу женщин за это чудесное мероприятие, за приглашение. Также я хотела бы сказать, что я являюсь одним из админов группы, которую мы организовали в телеграм-канале. Наша группа называется «Встанем за наших». Он есть в свободном доступе. Там мы рассказываем, показываем, помогаем мобилизованным, помогаем тем ребятам, которые уже принимают участие, все на добровольной основе. Мы с другими женами военнослужащих стараемся поддержать наших ребят в это нелегкое время, чтобы они знали, что у них есть надежный тыл. Ну и чтобы это скорее все закончилось. Ну и, конечно, сам концерт. Отличную программу представили собравшимся мамам самые яркие звезды Карачаево-Черкесии. Своим творчеством дам порадовали молодые исполнители Руслан Качиев, Роберт Качиев, Шервани Мурдалов, Руслан Идиев, ансамбль «Сударушка» и многие другие. Кто-то из великих людей сказал: «Мир был бы намного лучше, если бы мы смотрели на него любящими глазами матерей». И, вероятно, каждому из нас стоит прислушаться к этим словам. И подобные мероприятия, безусловно, способствуют не только радостному настроению, восхвалению матери и ее роли в жизни каждого человека, но и нужным и правильным поступкам. Белла Джазаева, Али Бастанов, «Вести Карачаево-Черкесия».